жители Данилова ждали десятки лет. Открытие собственного кинозала для города с населением 15 тысяч человек – событие большого значения. Зал, который вмещает 31 кресло, имеет огромную историческую значимость. Он открыт в честь заслуженного артиста РСФСР даниловца Алексея Смирнова. Это маленький шаг, ступенька, с которой, наверное, все и начнется. И восстановление дома-музея, который соберет в себе всю информацию и будет переносить дух вот этого того времени кинематографа. Здесь все напоминает о любимом даниловцами актере. Кадры из его ролей на стенах, репертуар кинотеатра и даже название. На открытие приехала и заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Мое пожелание – чаще надо показывать фильмы ретро. Они несут ваше отношение к жизни, потому что я ощущаю, разница колоссальная. Разницу между советским и современным кинематографами даниловцы теперь могут наблюдать хоть каждый день. В репертуаре кинозала не только современное кино, но и классика смотреть и обсуждать, которую можно бесконечно. Вот эту площадку-то будем использовать не только для просмотра, но и для обсуждения. Например, воспитательное значение для детей, молодежи. То есть даже учить их смотреть фильмы и обсуждать. В том, что ходить в кинозал будут, глава города не сомневается. Лишь бы хватило мест, билеты раскуплены на ближайшие 2 недели. Дарья Смирнова, Денис Лосев, «День в событиях».